Всех приветствую себя на канале, дорогие мои друзья, любители вязания и все, кто решил просто заглянуть ко мне на канал. С вами я, Вера, и сегодня моя рубрика «Ни дня без петельки». Сегодня у нас 1 февраля, январь закончился. По идее, надо было как бы сделать обзор прошлого месяца, да, что я там навязала. Но так как у меня с прошлого месяца перешли на февраль работы, которые я не могла завершить по той причине, что мне не хватало пряжи, поэтому я решила сделать так, что я в феврале закончу все свои работы и потом уже, наверное, скомпоную как бы 2 месяца вместе и покажу, наверное, что я вязала за это время. Ну, мои законченные работы, конечно, выходили отдельными роликами в рубриках «Ни дня без петель», обзоры, маленькие, коротенькие видео я монтировала из фотографий, тоже у меня есть на канале, там вы их, скорее всего, видели, потому что работы очень интересные, заманчивые, вот. Но кто не видел, значит, или ждете обзор за весь месяц, или просто зайти на главную страничку моего канала, и там можно так вот слегка пролистать и мельком, как говорится, посмотреть. Итак, что у меня сегодня будет в ролике, да? Значит, я покажу одну законченную работу, продвижение по кофточке, и о пряже, которую я специально заказала для того, чтобы продвинуть свои незаконченные процессы. Итак, давайте приступим. Итак, законченная работа – это платье для девочки, которое я вязала крючком. Вот такое симпатичное. Я его, правда, еще, честно говоря, не фотографировала, но будет время, я его сфотографирую и уже потом отдельным коротеньким видео выставлю на канал, чтобы можно было посмотреть его, как говорится, во всей красе. Ну, мне кажется, и так его прекрасно вы видите, какое получилось замечательное, симпатичное платьице. Я его назвала, знаете как, платье-обнимашка. Вот. Почему таким образом обнимашка? Ну, для того, чтобы угадать или понять, почему я его так назвала, значит, я снимала видео по этому платью, да, когда я его вязала, и там был такой у меня эпизод интересный. Я когда показывала, как вяжутся какие-то там ряды, и вот эти фигурные столбики, как-то у меня проскочило такое слово, как, ну, фигурный столбик, который надо провязать за заднюю стенку. Я как-то так у меня вырвала, значит, обнимаем столбик. То есть, как-то я не знаю, как так получилось. И вот это вот слово обнимаем столбик, провязываем его фигурным. И у меня так получилось как-то обнимашка. Вот. И вот это вот платьишко у меня получилось под названием обнимашка. Оно еще до конца не декорировано. Я еще хотела сюда кое-что добавить, там, как бы, да, его украсить, это платье. Хотела ленточку, мне еще надо тут сделать. Я ее еще не нашла. Просто уже решила отснять, показать. Ну, уже потом вот какой-нибудь такой вот декор сделать. Или вот такую розочку, тут ленточку. В общем. Из чего я вязала, да? Это Ализе Дива Амбре Батик. Такая вот большая бобина. 250 грамм, 875 метров. Колор 73-77. Вот такие вот интересные, красивые, мягкие переходы от светлого и темному. На это платье у меня ушло всего 200 грамм. Вот этот вот, вот эти два клубочка у меня осталось. Вязала крючком 3 троечкой кловер. И вот такой вот платьице симпатичное. Мне самой очень нравится. Я потом, значит,
как обещала, сфотографирую, смонтирую вам видео по этому платью, и вы можете тоже его потом с удовольствием связать. Поэтому вот эта работа у меня законченная, и я в свой списочек по январю месяце могу смело записать, что детское платье у меня еще одно есть в списке. Значит, здесь уже придется, наверное, январь-февраль поставить. Но, может быть, я раньше сделаю обзор января. Но так как это платье я закончила в январе, я его закончила вот буквально 30 числа. Так что, наверное, скорее всего, я его могу смело приписать за январь. Так, платье крючком, амбре батик, амбре батик. Здесь было, значит, 250 грамм на 875 метров. Крючок номер 3 под названием «Обнимашка». Так, эта работа вот у меня готовая. Здесь у меня еще оставался, значит, под вопросом шубку. Я не довязала, у меня не было пряжи. И у меня не было пряжи на жилет красного цвета. Остальное, и вот еще вот эта вот кофточка. Здесь у меня тоже осталось доделать совсем немножко. Я вам сейчас это покажу и расскажу, что мне здесь осталось доделать. Так, 200 грамм на эту кофточку, на это платье у меня ушло. 200 грамм пряжи. У меня что-то в этом месяце все по 200 грамм. По-моему, этот месяц так и будет называться, 200-граммовый. Итак, убираем это платье и плавно переходим, да, к следующему проекту, который я еще не довязала по той причине, что я просто не знала, как сделать здесь вот окантовку, этот планочку последнюю. Итак, значит, эта пряжа у меня хлопок с вискозой, название не знаю, пардон, ну где-то, наверное, в 50 граммах, где-то, ну может, 120 метров здесь. Ну просто я ориентировалась на другую пряжу, в прошлом ролике я вам рассказывала, да, об этом, где стоял вопрос о вискозе, да. Вот, значит, что здесь, я чуть не помню, два рукава было довязано там или нет, не помню. В общем, здесь полностью связано уже два рукава, связана горловина, небольшая отделка, небольшая такая вот горлышко. Я его вязала укороченными рядами, чтобы, ну как, спереди не сильно высокая была, а сзади облегала шею. То есть вот я набрала петельки по краю. Скорее всего, я вам сейчас потом поставлю небольшое видео, да, где я это делала. Там, правда, не объясняла, но вот посмотрите, да. Значит, просто набрала петли по горловине, провязала один ряд полой резинкой, чтобы толщина резинки соответствовала толщине полотна, так как полотно плотно, это тунисский крючок, это спица. Поэтому я обвязывала полурезинкой. Вот. Затем выделила вот здесь, вот видите, регланы линии же, да, и вот от реглана, как вот росток вяжется туда-обратно, туда-обратно, я точно так же выделила по 4 петли, вот 3 раза, и с этой стороны тоже точно так же по 4 петли 3 раза, и вязала оборотными рядами, захватывая эти петли, но точно так же, как вяжем росток, да, вот отсюда 4 петли провязала, развернулась на эту сторону, здесь тоже 4 петли провязала, оборотную петлю вернулась, опять 4 петли оборот, ну точно так, как вяжем росток. Когда все закрыла, дошла до конца, провязала еще пару-тройку рядов и закрыла иголой. Вот такой вот воротничок я решила сделать на этой кофточке.
Здесь мне остается. А, там я вам показывала, что рукава были готовы, наверное, длина не была готова. И вот здесь вот я пробовала как бы какую планку сюда придумать. У меня как-то ничего такого в голову не лезло. Пробовала, конечно, и спицами, и крючком, но все мне это не нравилось. Кстати, я полотно прогладила и слегка его утюжком отпарила. Оно стало еще более блестявое, потому что здесь содержится вискоза, да, и вот такие, ну, но выглядит вообще шикарно, мне кажется, очень симпатично смотрится эта пряжа. Вот все-таки эта пряжа ждала своего времени, ждала своего звездного часа, как говорится. И вот я его прогладила утюжком, отпарила, прогладила, и петельки стали ровненькие. Я думаю, что если они постираются, вообще будет классно. Так вот, насчет того, что с планкой, как быть дальше. И как раз плавно переходим к тому, что я заказывала пряжу. И там на сайте, значит, я нашла замочки. То есть сразу же переходим к покупкам моим, да? Я заказывала пряжу на сайте рукоделия.kz, так как я живу в Казахстане. Если кто желает заглянуть на этот сайт, просто набирайте рукоделия.kz. Ну, это девочкам, кто из Казахстана. И вот там я нашла вот такие вот замки. Правда, коротких замков не было, но это замки разъемные. Пластмассовые, называются тракторные почему-то. Ну, не знаю, может быть, из-за вот из-за такой грубой, как ее, спирали вот это, или как она называется, вот сама вот это вот, сам замок вот этот вот, да. Я просто там выбрала несколько штук, и они дешевые, девчонки, по 170 тенге, представляете? Это вообще такая вот цена смешная, но я заказала несколько замков. 4 штуки пока только взяла. Вот такие темно, вот такая вот синенькая, вот зеленая, вот такая вот фиолетовая, да. Ну, на пробу я вообще так сначала удивилась, я думаю, ну ничего себе, 170 тенге всего лишь, как бы, а вдруг, думаю, какой-нибудь там, ну, барахло. Да? Обычно замочки, они очень дорогие. А здесь замок, и он здесь еще, знаете, по-моему, 70 метров. Ой, 70 сантиметров. Декор пул. Вот, 70 сантиметров, да. Вот, представляете, это пул цвет. Это тоже что-то такое, не знаю. В общем, замки оказались классные, качественные. Если что, по возможности надо заказать еще. Но вот самые такие вот, ну, может быть, я не нашла просто. Ну, коротких замков, именно разъемных, были, но какого-то там как-то. В общем, что я тут оправдываюсь? Заказал и заказал. Думаю, ладно, посмотрю. 170 тенге вроде бы как бы не деньги. Если там барахло, то как бы не жалко. А если хороший, то можем теперь буду иметь в виду и буду еще заказывать. Ссылку я вам оставлять не буду. Просто найдете там замки, застежки и вот именно тракторные. Они так называются. И вот я думаю, теперь может быть мне сюда замок вот так вставить. Мне кажется, замок здесь будет хорошо смотреться на этой кофте. Ну, здесь, естественно, надо сделать обвязку. Еще вот помните, как я делала на своей кофте с домиками? Я же тоже там замок вставляла. Ну, правда, он будет, конечно, длинноватый. Ну, что сделать? Ничего, обрежем, подошьем, и будет такая кофточка у меня с замком. Вот. В общем, не зря я заказала эти замки. Пригодятся. Пригодились. Вот, ну, во всяком случае, вот один замочек этот сюда пригодится. Обвяжу, сделаю обвязку, такую тайную кетлевку крючком. В общем, точно так же, как я делала на своей той кофте. И пришью туда замок, и будет все нормально. Правда, я хотела еще бы штанишки были, ну, связать к этой кофте, но мне кажется, у меня просто не хватит пряжи на штаны.
У меня вот остался такой моточек, но вот этот моток еще уйдет половина на обвязку и вот такой зеленый. Штанишки, увы, не хватит. Вот, ну, может быть, потом не штаны уже, а скомбинировать можно еще какую-нибудь кофточку связать из вот такой вот пряжи. Вот, девчонки, вот такие у меня дела. Здесь, в общем, эту пряжу убираем. Кофточку убираем. Замки я вам показала. Отличные замки, мне очень нравятся. Пока эту кофточку я не записываю, ну, потому что она еще не доделанная. Вот как замочек ставлю, доделаю и потом тоже отфотографирую и вам покажу во всей красе. Ну и теперь дальше давайте я вам покажу пряжу, которую я купила, и напомню о своих незаконченных процессах, для чего я покупала пряжу, на какие процессы. Поэтому далеко не уходите, будем дальше смотреть и наслаждаться. Пряжи я купила в этот раз мало, но в плане того, что всего несколько артикулов, несколько вариантов, но потому что она мне нужна была. Итак, давайте начнем вот с этой. Это Реал 40, это Ализе Софти и это Ализе Лана Голд Классик. Вот такие два варианта. Это розовый, это серенький. Давайте начнем вот с Реал 40. Реал 40, 100-граммовый моток, 480 метров, состав шерсть и акрил. То есть 60 акрил, премиум акрил и 40% шерсти. Состав есть, метраж 480. Для чего я купила эту пряжу? Я взяла сколько? Два мотка. Я заказала два мотка. Ну, потому что, если кто помнит, кто не помнит, давайте я вам покажу, расскажу. Значит, я начинала вязать вот такой вот кардиган крючком 2,75. Не тройка, а 2,75. Тройка у меня здесь пряжа соскакивает. Хотя здесь рекомендуют, что не знаю, крючок от 1 до 4. Да? А спицы 2,5 до 5. Ну, это вообще как бы по желанию, да. Я вяжу крючком 2,75. На этот жилетик тоже будет обзор и мастер-класс, как я его вязала. Значит, у меня был сначала один моток. Я так вот довязала. Где-то, ну, вот так вот примерно, да, и у меня моток закончился. Хотя 480 метров я думала, что мне хватит. Но, увы, не хватило. Забрасывать уже на полдороги жалко, потому что работа мне самой нравится. Очень красиво, очень симпатично, смотрится объемно. Но то, что вот пряжу кушает, это да. И за счет того, что здесь вот эти вот веерочки, здесь идут 7 столбиков в один. Вот в одну петельку 7 столбиков идут с накидом. Да, и они вот за счет этого съедается много пряжи. Ну вот, ничего страшного. Один моточек вот я уже присоединила и провязала несколько рядов вниз. Ну, днем было время, я вот начала уже этот процесс продвигать. Ну, хотела еще посмотреть, та же партия или нет. Но я заказывала пряжу эту в том же магазине, где и покупала. И надеялась на то, что партия будет та же самая и отличия не будет. Но я угадала, у них как была эта одна партия, вот эта вот красного цвета, это номер 56, красный цвет такой красивый, и мне пришло как раз эта пряжа из той же партии. Я посмотрела старую этикетку и в этом убедилась, что я не ошиблась и все хорошо. Что получается, я довязываю этот не жилет, это будет кардиган теперь. Да, сначала хотела как жилетик, но теперь уже два мотка. Я уверена, что мне теперь это хватит с лихвой. То есть я довязываю низ изделия. Тут, ну, осталось сам, ну, может быть, вот так вот три ряда вот таких вот довязать. Довяжу рукава.
И вот насчет горловины еще как бы не знаю, какая будет отделка. Может, просто воротничок или еще что-нибудь придумаю. Ну, естественно, планочку здесь тоже отделку надо обвязать. Ну, работа такая осталась. Ну, еще достаточно, еще больше половины. Еще, ну, половина остается, получается, довязать. Еще два рукавчика и обвязка. В общем, здесь еще работы как бы хватает. Поэтому эта работа у меня переходит тоже в февраль месяц. Как закончим, все сделаем, тогда уже буду хвастаться и показывать вам во всей красе этот кардиган. Вот с такой вот сеточкой. То, что видео про него, на него я снимаю, я вам сказала. Поэтому не пропустите. Если кому-то интересно, значит, наблюдаем за каналом, следим, как выйдет мастер-класс. Все там подробно узнаете. Получается такой толстенький, ну как бы на весну, на осень такой кардиганчик. Я думаю, будет классный. Обалденный просто. Не то, что классный, но просто, по-моему, обалденный будет. Так, значит, это одну работу я вам показала, крючок я вам сказала. Теперь следующая пряжа, которую я заказала для того, чтобы завершить еще один процесс, это Baby Alize Softy. 50-граммовый моток 115 метров, 100% полиэстер в составе, да, спицы рекомендуют 3-5, крючок 2-4. Это цвет 364. Для чего я заказала эту пряжу? А для того, чтобы закончить еще один процесс, это значит шубка. Вот, шубка. Я здесь, значит, придумала так, чтобы на отделку пустить именно голубой цвет. Ну вот, естественно, уже тут пошла работа. Я обвязала два рукавчика, сделала вот такие манжетики голубым цветом, вот этим вот. Это называется как-то морская волна. Я вообще-то хотела взять пряжу другую, Ализе Милк, да, из которой я вязала шапку-ушанку, но на том сайте, где я покупала эту пряжу, заказывала в том магазине, у них не было той пряжи, а делать заказ на одном, в одном магазине и потом в другом магазине, да, и платить за доставку там и там, как бы, знаете, накладно выходит это все. Тем более у меня на рукоделие .kz были накопительные бонусы. И, кстати, вот я вспомнила, я когда-то просила голосовать за мои работы, проголосовать, да, что там за какое место, ну, какое место получила. В общем, за которые голосовали за куртку мою домиками, я там заняла третье место по количеству лайков, голосов. Вот. И получила определенное количество бонусов, то есть скидку на покупку пряжи. Вот там даже вот такая здоровская есть услуга. Ну, потом выставляла еще свои работы, работы, которые были с ветерки, с мозаикой, потом еще там крючочки, еще крючком вязала, там еще что-то, ну и оставляла как бы, да, ну, кому людям нравилось, те то голосовали. Получается, что я там за одну работу получила 500 бонусов, за другую там какую-то работу 500 бонусов. Потом там на этом сайте можно оставлять отзывы о пряже, которую приобретаете. За это тоже начисляется там по 100 бонусов. Ну и вот так вот в течение несколько определенного времени у меня копились эти бонусы. И их надо было. А потом мне еще там 700 бонусов еще магазин подарил. Вот в связи вот с этой пандемией, наверное, они вот такую сделали акцию. Но я все это суммировала, все свои бонусы собрала и заказала пряжу. То есть, допустим, как получается, вот ты выбираешь количество пряжи определенную, да, там оформляешь заказ и можешь использовать свои накопительные бонусы. И за минусом этих бонусов отнимается от общей суммы, и ты оплачиваешь то, что там остается.
И получается, что у меня там минус бонусы и еще. В общем, в этот раз меня магазин очень порадовал, что принял все мои накопительные бонусы, и еще мне выпала бесплатная доставка. Вот. Поэтому большое вам спасибо, кто голосует за мои работы на этом сайте. И вам большое, девочки, спасибо, то, что вы мне помогаете хотя бы таким вот, ну, вроде кажется, пустяк там, но что, бесплатная доставка. Ну, почта 1350 платить, допустим, за доставку, это тоже деньги, да, 1350. А за 1350 можно там взять 2-3 моточка пряжи, допустим, да. Ну, то есть, вроде бы мелочь, но с другой стороны, приятно, и можно как бы воспользоваться этим и купить лишние мотки пряжи. Так, ну ладно. Вам всем большое спасибо. Продолжим далее. В общем, вот эта вот пряжа я использовала для того, чтобы сделать отделку на своем изделии под названием шубка, которая вяжется из бобинной пряжи букле. Вот такая вот у меня бобинка, она уже изрядно похудела. Ну что ж, зато у меня получилась замечательная шубка, которая мне очень нравится. И как здорово сюда вписывается вот этот голубой цвет. Я спрашивала у своих зрителей, как вы думаете, что мне сюда, белым, розовым или голубым. В общем, остановились на голубом цвете. Значит, два рукавчика я обвязала. Почему вот таким образом? Ну, подрастет ребенок, рука вытянется, значит, будет так. Если нет, если там длинная, значит, подвернут. Будет коротенькая и немножко суженная. Да, все-таки это верхняя одежда вместо пальтишка. Теперь здесь мне что остается? Вот здесь вот я уже горловина у меня была набрана на бросовую нить. Я ее спустила на спицы и буду делать горловину. Что хочу? Я так думаю, что я здесь горловину сделаю такую же, как вот, допустим, манжетик. То есть я сейчас провяжу пару рядов вот этой буклешкой, затем перейду на голубую, свяжу высокий воротничок и потом вот так вот его подверну и сделаю как бы там застежка. И вот это полностью планку, низ изделия, все по кругу буду обвязывать вот этой вот голубой пряжей. И как раз я думаю, что вместо всяких застежек и пуговиц, правда, вот немножко темнее это замок получился цветом. Ну ничего, я его тоже так же здесь планку обвяжу и туда ее спрячу, этот замок. И замочком будет застегиваться мое изделие. Да? Как вы считаете? Чуть-чуть повыше, а то что-то у меня камера слишком низкая, и вам, наверное, плохо видно. Вот, и сюда вот этот вот замочек ставлю, и как раз будет отделка с голубым. По-моему, будет очень даже симпатично, я так думаю. Я таких взяла 4 моточка. Вот, еще хотела бы сюда связать шапочку. Знаете, какую? Может быть, кто зрители постарше, помните, были такие у нас в детстве такие шапки с цигейкой. Да, помните, такая вот была, такие шубы цигейковые были, и были шапки такие цигейковые. Еще их одевали вот так, знаете, на резинку, вот так вот резинку привязывали, пришивали там, или как привязывали к ухам, ушкам, да, и вот так потом обертывали, и вот так вокруг шапки, это вокруг головы, эта резинка вот так держалась. Помните, нет? Я помню. Были такие шапки и были шубы цигейковые, назывались. И вот почему-то мне вот кажется, что вот к этой шубке именно вот такую какую-нибудь шапку, такую круглую, типа цигейковую, связать. Ну, не знаю, конечно, что получится, но в задумках, в общем, сюда еще шапочку довязать. У меня как раз вот это вот букле хватит ее добить, может быть, даже туда в две нити уже, потому что сама шубка в три нити вязаная. Здесь может быть в две нити, плюс вот эта голубая. В общем, что-нибудь потом придумаю. Я думаю, что
меня фантазия на это не остановит. В общем, буду обвязывать шубу, горловину сначала, потом планку, буду пришивать сюда замок и, может быть, шапку. Получается, что в этом месяце у меня, нет, ну не в этом месяце, наверное, на этой неделе, скорее всего, будут просто вот эти работы, которые мне надо будет доделать. То есть довязать, дошить, вставить. Вот такая вот работа. Она вроде бы незаметная, нудная, но она необходима. То есть надо доделывать все недочеты, да, чтобы уже это выглядело, как говорится, во всей красе. Так, показала я, в общем, для чего я купила вот эти две пряжи. И давайте теперь я еще покажу вот эту пряжу и расскажу, для чего я ее купила. Так, пряжа Alize Lana Gold Classic, 51 акрил, 49 шерсти, 240 метров на 100 грамм. Ну, так, для отчетности, хотя все прекрасно эту пряжу знают. 100 грамм, 240 метров, рекомендуют спицы 2-4. Колор это очень красивый 28-й, очень красивый цвет. Это колор 200, такой серый цвет, который должен сочетаться. Я как-то говорила о том, что хочу связать себе кардиган. Вот. И вот, значит, вот таких у меня, значит, 10 мотков, вот таких 9 мотков. Ну, 10 не было там. Последние 9 мотков вот этой пряжи я забрала. Очень красивая пряжа. И вот такой вот тоже цвет серый. И вот с таким розовым сочетанием должно быть обалденное. Так вот, я все думала, значит, какой бы себе кардиган связать. То есть, также можно связать тунисским крючком. Он будет полегче, ну, потому что пряжа не такая толстая, как на кардигане у моей дочери. Там на 100 граммов 100 метров, и там ушло 1300 грамм пряжи, да, кило 300 ушло. Но размер-то маленький, да, там 44 размер, 44-46. Вот, у меня размер будет чуть-чуть поболее. Ну, длина, наверное, кардигана такая же, но объем у меня больше, конечно. И я так думала, если я буду брать такую же пряжу, как на первый кардиган, то он будет слишком тяжелый и, в общем, как бы это. И вот думала, может быть, мне связать себе кардиган в стиле мозаичного вязания. Вот пока мне шла пряжа, я тут пыталась вязать узор. Вот, как объяснить? Вот смотрите, кардиган, он же запахом, да? Запахом. Те изделия, которые я вязала мозаикой, а там изделия по кругу. Да, сейчас наглядно просто покажу, чтобы вы понимали, о чем я вам хочу рассказать. Вот смотрите, вот это вот изделие вязано по кругу. И естественно, в каждом ряду здесь меняется цвет нити и вяжется узор. Для того, чтобы вязать кардиган именно вот по такой технологии, чтобы в каждом ряду менялся цвет пряжи, мне нитку надо обрезать. Я уже это поняла. У меня уже две попытки было связать образцы каких-то узоров, ну, для того, чтобы они смотрелись в вязании, чтобы мне не отрывать нить. Вот, допустим, вот это вот полотно, ну, как бы, да, вот перед и спинка, да, вот так вот, допустим, да, вот, ну, так же будем вязать, или связать регланом сверху надо будет, ну, или вот там спинку и две полочки вместе. И найти такой узор, который бы смотрелся именно в два ряда, то есть здесь один идет лицевой ряд,
А второй, вот лицевой ряд идет там, где вот начинаются вот эти вот столбики удлиненные. А второй ряд просто изнаночные, провязываются просто сплошные столбики, и никаких манипуляций здесь не производится. Чтобы не отрывать нить, возвращать ее в начало вязания. Затем берется другая нить, там, допустим, цветная, вяжется по узору, вот эти вот удлиненные, допустим, столбики в определенных местах, и потом на изнанке опять возвращается нитка в начало вязания, ну, для того, чтобы не обрезать. Вот это вот у меня уже третий образец. Два первых я распустила, а вот это вот третий образец. И я понимаю, что не пойдет. Если я хочу вязать кардиган в технике мозаики, то мне придется обрезать нить. Придется, чтобы получить вот эффект вот такого узора. Правильно же? Если вязать этот узор в два ряда, то есть один лицевой, потом изнаночный возвращается, столбики здесь увеличиваются, да, и их вот здесь, например, узор вы не поймете. Вот я, например, да, не понимаю здесь, вот, ну хотя я знаю, что здесь какой должен быть узор, вот он начинается, да, ну, то есть я, например, я его вяжу, это, да, узор, я понимаю, что, но вы-то его не видите, вы его не понимаете. Я вязала, вот она, вот он. Да? Где у меня тут что-нибудь, чтобы не пальцем тыкать? Вот эти столбики, да? Вот, допустим, вот этот ряд. Вот он идет, вот он. Вот идет. Но он же не смотрится по отношению к этому узору, правильно же? Не смотрится. Поэтому... Значит, вариант обрезать нить и вязать каждый ряд сначала. Свитер я не хочу вязать, я хочу себе кардиган. Значит, так, есть несколько вариантов. Что вы мне скажете, посоветуете? Или вязать в технике мозаики, то есть примерно вот такой же, да, ну то есть розовый и серый. Такой технике, но обрезаем нить, вернее, обрезаем нить в конце, ну то есть по лицевой стороне довязываем один раппорт узора, нитку обрезаем, идем в начало, берем другую нить и опять вяжем, потом до конца доходим, обрезаем, и все это пошло, то есть получается бахрома и в начале, и в конце. Ну, это вроде как бы не так критично, в принципе, можно эти все концы потом попрятать. Просто знаете, как, наверное, жадность от того, что ты сейчас будешь обрезать эти нити, и потом вдруг тебе придется распустить, и они останутся вот такими короткими нитями, да? Я пробовала спицами вязать узор. У меня его сейчас не осталось, я вам, по-моему, поставлю фотографии, потом я опять пыталась крючком вязать, в общем, ничего не получается, туда-обратно узор у меня не ложится. Может быть, я не нашла тот узор, который бы подошел в два ряда, но я, в общем, это был третий и последний эксперимент вязания туда и обратно. Остается только вот вариант один, если вязать мозаикой, то обрезать нить в конце и начинать заново узор. Затем вариант вязать тунисским крючком, допустим. Вариант вязать спицами и вариант вязать простым крючком. Вот еще. В общем, 4 варианта у меня возможности. Ну, то есть и вариант мозаика, а вариант тунисский крючок, вариант спицы и вариант крючком. Ну, просто крючком, не знаю, лучше, конечно, тогда уже тунисским крючком связать себе. Ну, если спицами, то спицами. Может быть, в общем, я сейчас пока насчет кардигана не знаю. Пряжа будет лежать, я буду думать еще, буду довязывать свои недовязы.
буду думать над этим процессом, как с него, что с ним поступить. Может быть, вот у меня вот этот вот, из чего я тут пыталась делать образец, это у меня еще есть серенькая вот эта пряжа Lana Cotton, да, из которого я вязала вот эти вот свитерки, там второй тоже есть свитерок, он там в маске лежит, у меня еще здесь лежит. Ну и вот эту вот пряжу я смотала, это значит Ангора Рам и плюс, ну вот такая принтовая пряжа у меня еще есть. Я потом, когда буду вязать, я потом этикетки покажу, если что, да, напомню, что это такое. Ну вот так вот он смотрится здорово, да, вот этот вот принт. Может быть, мне связать сначала детский кардиган и вот пообрезать, как говорится, концы и посмотреть, что получится, а потом уже рискнуть уже связать себе. Пока что я над этим буду думать. Если клюнет, то начну вязать, если нет, то ну, рано или поздно я, наверное, все-таки решусь. Я хочу себе кардиган, но вот как связать, в какой технике связать. Еще у меня ни шалка, ватка, или как ни шатка, ни это. То есть я еще думаю, что и как мне это сделать. Все, больше никаких у меня пока идей нету, никаких у меня задумок нету. У меня только на этой неделе довязать свои недовязы, закончить, пришить там пуговицы, да, замки и все остальное. Ну а что будет у меня еще интересного, вы узнаете, значит, в следующем видео под рубрикой «Ни дня без петельки». Поэтому подписывайтесь. Ставьте лайки и колокольчик на оповещение, чтобы быть в курсе. По-моему, уже все блогеры во всех видео всех заставляют ставить колокольчик. Но как иначе в наше трудное время? Если не будешь напоминать, не будешь об этом говорить, то иногда люди просто забывают. Потому что мельком-мельком смотрят видео. Я сама вот, допустим, как листаю, да, свой телефон, там смотрю видео и смотрю там какие-то обзоры, и уже сам YouTube в рекомендованных там что-то мне выкидывает. А если я подписана на какой-то канал, то, естественно, YouTube мне выдает информацию о том, что вот на этом канале появилось новое видео. Если даже я его не посмотрю, но я все равно открою и посмотрю хотя бы, какое название видео, о чем там говорится. Вот, ну, то есть я в курсе того, что на канале, на который я подписана, там вышло новое видео. И все равно рано или поздно я его посмотрю. Ну, то есть, если я подписалась на этот канал, значит, он мне чем-то интересен. И чтобы не забыть этот интересный канал, я подписываюсь. У меня, между прочим, не так уж и мало подписок на моем канале, которые я, ну, смотрю периодически, да, и выходят там новые видео, у меня появляется значок о том, что появилось новое видео, и потом я все равно это просматриваю, чтобы получить какую-то дополнительную информацию. Ну, потому что если мне интересен этот канал был, я на него подписала, значит, там было что-то для меня полезное. Так, ну ладно, что я вас тут уговариваю, кому интересно, тот подпишется, кому не интересно, тот не подписывается. Потому что я по аналитике смотрю, что очень много просмотров у меня идет без подписки. Знаете, не все подписанные на канал подписываются, ой, вернее, не все подписанные на мой канал периодически смотрят мое видео. Все, на этом все. Спасибо вам, до свидания и до следующих встреч. Всем пока-пока.